Внимание! Фильм не рекомендован для просмотра детям. Господин Марек, доказывает ли то, что произошло на Луне, что Твардовский жил? А что произошло на Луне? Был взрыв. Потому что метеор жахнул. Однако НАСА утверждает, что это не мог быть метеор. Они скоро скажут, что с неба на Землю черти падают. Польские легенды. Твардовский. 2.0. О, курва. Всегда хотел это увидеть. Бортовой журнал. Время спать, и мы не ели. Сбежал от адской суки и угнал ее тачку. Что это значит? Заключение? Нашел какую-то собачью еду. На вкус как борцовские трусы. Но есть то надо. Здесь также терминал в системе ада. Но я не знаю пароль. Так что, наверное, ничего не завоюем. Сейчас любуемся кольцами Сатурна. До цели осталось еще 3 скачка. Следующая остановка — Уран. И нас уже не достанут. Что за... Нет топлива. Что? Вот курва. Грех, проклятие, класс, гнев. Вот как он заправляется. Ну ладно. Придется нагрешить. Пользователь Боруто 123. Пароль 123 Боруто. О, само сделалось. Потому что так это работает. Вы заходите на страницу души и решаете, куда она должна попасть после смерти. В чистилище, в ад. И не должна ли система вернуть ее обратно в тело, если какой-нибудь ВИП подкинется? Ага. Значит, кликаю сюда
И душечка в корзиночку. Точно. Вон. Дай мне другой корабль. Ну что, не мог он уйти далеко. А, Твардовский. Не улетел, я тебе говорю, не улетит. Где камеры? О, есть. Чертиделько, пердиделько. Дьяволятка, курвелятка. Ты ржавая сортирная душа. Выпердыш зла. Сапогом деланный, там, где козлы херами воду качают. Зараза, грабля недраная. Пытается заправить сборники греха. Я предполагал, что ты, скорее всего, не выполнишь миссию, так что мы не залили слишком много топлива. Недокастрированная сатанинская гнида. Бойся, адская лиха. Поляк черту припомнит. Взад пиханый, лицемерный, вонючий дрочила, болван и курдупель. Жопа. То есть он... в ловушке. Теперь подождем, пока сдохнет. Его душой накорми всех этих языческих рецидивистов. Упырей, бабьяк, василисков. Правильно. А то уже в подземельях от голода воюют. Что он снова удумал? Последний грех, который ему остался. Включи видеоконференцию. Твардовский! Это уже перебор. Боруто. Сколько лет? И это рукой, которая подписывала со мной договор. У меня есть свои потребности. Я еще не такой старый. А мой корабль? Как тебе? Нравится? Классная тачка. Только вот климат-контроль. Как в поезде, пшемысль Щецин. Я вспотел, как кобылка. Смотри, Люцинка. И это всегда твердый, а? Люцинка. В адском котле согреешься, Твардовский, не бойся. Посмотрели мы тут, как ты стараешься. Но вдалеке от земли, войн, ненависти, эти твои грехи... Как будто мышка пукнула в великом храме космоса. Писюн. Проиграть тебе это не стыдно, Боруто. А скажи мне вот что, ты планируешь сначала замерзнуть или задохнуться? Ведь тут воздух без насоса. Что-то зависло. Подожди. Нужно выключить и опять включить. Дам тебе другой корабль. Что ни говори, это все-таки Твардовский. Привезешь тело на память. А может это тело быть немного... Может быть только голова. Раз в козе смерть. Число смертей 129, острота 10 из 10.
тобой. Да оно никогда не отсадится. Ошибка программы. Сейчас ты поймешь, что существует силы больше, чем человек. Я-то никогда не был слишком большим. Еще когда мне было 3 года, отчим и мать, когда хотели покоя, по-прежнему отправляли меня в манеж, и было уже не выйти. С тех пор... Я ненавижу ограничения. А боль? Любишь? Чего вылез? Хочу исправить одну ошибку. Чего ты хочешь? Посмотри. Огромный Сатурн. Облака льда, аммиака, водорода и гелия. Зная, что там внизу ветер дует со скоростью 1800 км в час. Пусть дует. А год продолжается 30 земных лет. И что с того? Красивое место. Чтобы умереть. Грех, самоубийство, класс, гордыня. Люцинка, прием, получила его? Через минуту внизу будет его душа. Идентификация. Загрузка души, процедура. Процедура «Возврат тела». Смотри, Люцинка! Я воскрес! Все мне говоришь, что меня кто-то полюбил.
Алло? Господин Баруто, прошу прощения, я только хотел спросить, потому что вы удаляете системные файлы, и мы хотели бы убедиться... Что я удаляю? Вы сейчас на Сатурне? Я? В рачках. Господин Баруто, меняю ваш пароль для входа в систему. Пожалуйста, запишите. Проиграть тебе — это не стыдно, Баруто. Сволочь! Бортовой журнал, время... Твой последний час. С паролем этого недоумка я сказал системе отклонить мою душу. На прощание оставил небольшой сюрприз. Передо мной самое трудное задание. Если получится, будем первыми. Если не получится... Новое сообщение. Твардовский. Твардовский, ты хуй! Никогда уже сюда не вернусь. Хуй! Грех проклятия, класс гнев. Темнота. Переведено и озвучено проектом New Station в 2017 году. Здесь, Ракита. Ты восстановил реестр. Скачиваю резервную копию, будет старая система. Назначь дебила админом, и этим закончится. Схожу туда. Боруто. Ситуация такая. Твардовский отменил нам проверку безопасности на нижних уровнях. Слетел реестр, технические данные, замки. IT восстанавливает сервера. Ракита, по-польски со мной говори. По-польски. Это хуйня с грибами.